А что, наверное, машины нельзя использовать в медицине там отдельно, как бы от войны? Нет, никак. То есть никак нельзя использовать, только вот все в войне. Ну хорошо. Ладно. Снейк, нам нужно убираться отсюда. Иди по туннелю. Уничтожайте Гекко и иди прямо на выход. Вау, это же геймплей Assassin's Creed. Снейк, я сделал контроль над Рексом. О май гад. Господи, боже ты мой. Господи, как же все грузит. Так, а может ускорение есть или еще что? Так. Ну это вроде посмотрел, нажмите еще треугольник во время, в правильное время атаки. В правильное время, чтобы совершить специальную атаку. Это была правильная атака? What the fuck? Почему мне дали ачивку? За то, что я зарычал? А, ты можешь ускоряться? Господи, боже ты мой. Это самый длинный туннель в мире. Это он никогда не закончится, по-моему. За Ближний Восток! Это все? Это... Да. Очень интересный капец. Кого там собирался прикрыть Райден, я даже не знаю. Да, он собирался Metal Gear прикрывать. Что-то было бы круто, если бы ты был сам филантроп. Это самоуничтожение. Что это? Holy fucking shit, что это? Черепаха. Outer Heaven. Еще один Metal Gear. Это самые бесполезные роботы во вселенной, по-моему. Рэй? Братец! Еще ничего не кончено. Пока что. Мозес, там, где наши судьбы были рождены, и где твоя судьба закончится, Снейк. Окей, мне с ним сражаться придется? Я в любой момент готов с ним сражаться. Metal Gear Rex против Metal Gear Ray. Ждать, пока перезарядится.
нужно. Хера, тут все можно разнести. Где он? Окей. Перезарядились? Окей. О май гад. Окей. Спасибо. Я ни хера не вижу, правда. Куда ты ускакал, а? Я подумал, что я его не поцарапаю даже таким оружием. Чё-то я не ту кнопку нажал сейчас. Чёрт, я проигрываю. А вот сейчас получилось. Окей, только он начал двигаться сразу же. Я не могу подойти ближе. Он мне надвет по жопе. Он та же самая катсцена в том же самом месте. Господи, это было так медленно, что просто капец. Окей.
Где он? А это было эпично. Это я понимаю, разошлись на геймплей. Наконец-то. Ну и конечно же, Атакон жив остался. Фу, не Атакон, Ликвид, в смысле. Атакон-то понятно, жив остался. Где Ликвид? Спросил Атакон. Подумай снова. Sorry, не смени. Но на этот раз это не сработает. Узри. Господи, это тупой смех. Лол, что? Это так глупо выглядит. Это та свобода, которую мы выиграли для себя. Outer Heaven. И с этим оружием я уничтожу JD. Затем все закончится. И все начнется. Но для тебя, братец, но ты останешься здесь, чтобы сделать для себя этот остров могилой. Умри, Снейк! Сани, прости меня. Что? И сейчас Рейден остановил ее. Ты чё, издеваешься, что ли? Кодзима, ты псих? Рейден остановил. Нормально. Кто-то накрушит порт. Этот пирс... А, Рейден такой...
Снейк, поторопись. Джек, ты помнишь тот день, когда мы встретились? Да, это было перед федеральным холлом. Все были туристы там повсюду. Они спрашивали, на какое здание залезал Кинг-Конг в том самом кино. Я сказал, что может быть это Крайслер Билдинг. А затем ты показался и начал туда вскарабкиваться. Ты сказал, нет, это Empire State. Я сказал, Крайслер Билдинг был в Годзилле. Мы стали спорить, и я забыл обо всех туристах. Он сказал, я не стал карабкаться, в смысле, он стал встревать. И когда мы узнали, туристы уже ушли. Неделю позже я нашел тебя случайно в каком-то коридоре базы. Случайная встреча. Той самой ночью мы пошли наверх Empire State Building. Это было так прекрасно. Мне уже не важно было, кто был прав. Это было наше первое свидание. Мы смотрели Кинг-Конга в твоей квартире много раз этой ночью. Не спали до утра. Огонь! Огонь! Что он сказал? Что-то там... стрёмная шлюпка? Одиннадцать часов 40 минут. Это интересно, это включая катсцены или нет? Ну, скорее всего, включая катсцены, потому что говорят, что здесь, в этой игре, 8 часов катсцен. 8 часов катсцен. Игра идет, согласно всяческим сайтам и прочему, 18 часов. Вы понимаете? 8 часов катсцен, 10 часов геймплея, причем 2 часа из которых это просто бродилки какие-то. И 2 часа это перестрелки. Рельсовые. Потом 2 часа это боссы. То есть на стелс остается 10 минус 2 минус 2 минус 2. Получается всего 4 часа. Holy shit. 150 тысяч очков Дребина. Окей. Okay.